Всем привет, народ! С вами Анирель, и сегодняшнее обсуждение в чатике меня вдохновило на создание этого видео. Мне захотелось буквально помериться с вами со всеми, у кого какая удача в крутках в Conquistar Rail. Я вам покажу свою, и вот прям хочу сравнить, у кого настолько же все хорошо, настолько же все плохо, проигранные 50 на 50 и тому подобное. Для этого мы открываем наш любимейший сайт Star Rail Station и смотрим на статы. Для того, чтобы это сделать, надо сначала нажать кнопку «Импортировать», загрузить с компьютера или с iOS, к сожалению, с Android. С Android нужен какой-то специальный гайд, раньше этой опции вообще не было доступно. Интересно. Вот. А после этого можно заходить, кликать по смешным ссылочкам и сравнивать, у кого какая удача. Например, собственно, я вам это уже несколько раз показывала. Сейчас у меня продолжается примерно ничего. Из баннера Блейда я сейчас не тяну, потому что я не хочу ни одну из четверок. И, наверное, я не особо хочу Блейда. Коплю на нового Даньхэна. Вот, но я позвалась не за этим. Смотрите, я хочу с вами помериться вот, вот такой вот плашечкой. Переключу сейчас на русский язык. Итак, удачи по пяти звездам. Менее удачлив, чем 74.4% пользователей. Худшие 25%. Удача на 4 звезды. Менее удачлив, чем 95.1% пользователей. Худшие почти 5%. И, в принципе, глобально по всем своим статам я менее удачлив, чем 93.7% пользователей. Это, собственно, к чему все было. Один из товарищей, с которым мы часто обсуждаем, имеет удачу топ 0,5%, топ 0,5, то есть лучшие 0,5%, и говорит, что что-то ему не повезло, что Блейдик вытащился всего лишь за 81 крутку. Бедняжечка, мы все очень сочувствуем. Вот. Мне стало интересно тупо просто сравнить, есть ли у кого-то еще более плохие статы по удаче, в принципе, в этой игре. При этом я сразу скажу, что даже при том, что я проиграла все свои 50 на 50, я их проиграла очень круто. Я вытащила Байлу, Клару, Гепарда, все три легендарки разные, все три легендарки хорошие. То есть, несмотря на то, насколько у меня все плохо именно с крутками, те персонажи, которые мне выпали, сами персонажи, они хорошие, и вот типа грех жаловаться. Я обычно поэтому и не жалуюсь. Но помериться очень сильно захотелось. Поэтому я не сдержусь и готова с вами обсудить в комментариях. Мне прям дико интересно, есть ли кто-то еще больше неудачник, чем я. Да, естественно, считается, если вам выпало не Байлу, Гепард и Клара, а три раза подряд Химика, это прям тогда вообще полнейшая беда, с моей точки зрения. Мне сейчас напишут все в комментариях, что я не права, и Химика лучшая. Вот, поэтому я просто хочу сравнить с вами процентики. Пишите в комментах, я с удовольствием почитаю, всем отвечу. С вами была Анирель. И всем удачи. Вот вам красивый ульта Блейда. И пока-пока.